Вот вам и город Мурманск. А сейчас я стою на трассе, чтобы поймать машину автостопом до Питера. Я думаю, что получится. Итак, я ехал с великолепным парнем, блять, на грузовике. Хорошо мы ехали, пока мы не приехали вот на этот километр, потому что сейчас 2:30 ночи, сука, комары и мошки зажрали, пиздец. Я даже не знаю, что делать мне. Машины очень редко едут. Но погода, слава богу, теплая по сравнению с Мурманском. Так что, ребята, салют. Надеюсь, что мы это вытерпим. Мошки очень мелкие, кусают очень больно. Терпения на это, конечно, не очень сильно. У меня много хватает. Я думаю, что сейчас вернусь на какую-нибудь заправку и напьюсь просто пива. Других вариантов просто нет. Итак, я до сих пор стою, на этом же злополучном, километре. Вот он, сука. Время уже 3:30. Скажу честно. Зажрали по самое не хочу. Сволочи эти. А самое ужасное, что могло приключиться в дороге, это я захотел срать. Насрал бы с удовольствием посреди прямо вот этого вот асфальта, понимаете? Но, друзья мои, жопу страшно высунуть из штанов. Но ничего. Приключения продолжаются. Буду я Шишка Санчес. Ладно, до связи. Итак, мое путешествие продолжается. Не сказал бы, что совсем все гладко, но по крайней мере мы хоть едем. Вот эта машина стоит сзади меня, вот на ней передвигаемся. Утро началось с того, что водитель был в днище, выпил баночку пива, теперь едем по дороге, почки собираем. Прикольно. В общем, в конце концов я добрался до своего дома. Мое путешествие составило 44,5 часа. От Мурманска до дома. Вымотался, очень здорово устал. Еще не спал даже ни разу. Совет на будущее. Для тех, кто все-таки решит путешествовать автостопом, обязательно с собой имейте палатку и спальный мешок. Потому что спать на самом деле прямо на дороге негде. Потратил я за 3 дня 300 рублей. Это... Если бы я не курил, наверное, еще бы меньше потратил. Что помогло мне сберечь мой скромный капитал, которого практически нет. Так что, да, и берите с собой поменьше вещей. Они, в принципе, в дороге не особо нужны. Ну все, всем пока.